Сегодня готовим машину и едем кататься. Из планов надо поставить пассажирское сиденье, потому что я продал полковш, пока жду ковш. Плюс покататься на вот этом. Плюс залить масло, посмотреть, откуда течет антифриз. В целом, наверное, пока что все. Не хватало там буквально, наверное, грамм 300 до уровня, потому что подтекает щупа из передней крышки. Нужно будет этим заняться в скором времени. Осталось решить проблему с тем, куда уходит антифриз. Уходит он примерно где-то тут. В принципе, был ослабший хомут, поэтому, наверное, на тесте посмотрим, может быть, перестанет течь. Потому что до смены радиатора было все герметично. Также нужно проверить жидкость в ручнике, тормозной. У меня тут отдельный бачок выведен. Можно немного долить. Что-то там подтекает. Тоже все нужно устранить. Вспомнил о том, что нужно поставить еще умыватель, потому что в такую погоду не очень кататься. У меня есть они новые, но новые я пока не ставлю, потому что снимать их не получается нормально. Они всегда обламывают скрепеж. Пока на этот старый капот поставлю старые омыватели. Как-нибудь сейчас их закрепим на хомуты, наверное. Пока они послужат. Еще стучит. Вот хочу разобрать, посмотреть, что там вообще с резинками. Оставил новую резинку. В принципе, можно собирать обратно.